Судить – это их работа, но сегодня судят их, а точнее их спортивные навыки. На этой лыжне только работники правосудия. За победы они приехали со всей республики. Много слышали о вашей трассе. Здесь очень здорово, нам очень понравилось. Действительно, лыжная трасса федерального значения. На таких трассах мы еще не катались. Очень приятно. Приехали выигрывать. Не просто участвовать. Здесь 135 служителей Фемиды. Это команда Верховного, районных и городских судов республики. Для каждой категории своя дистанция. Женщинам 1 километр, а сильному полу 2. Лыжами занималась в школе, на самом деле. Было это, правда, давно, но вот появилась отличная возможность, чтобы вспомнить, как это происходило. Трасса хорошая, мне понравилась. Особо нет ни подъемов, ни спусков страшных. Для таких любителей, как я, можно было спокойно ехать. Правда, утяжеляет, что снег липкий. Если лыжи не смазаны, то тяжело было двигаться. А смазывают они лыжи уже 7-й год подряд. Гонки у судей уже стали традицией. Спортивные встречи и здоровье укрепляют и коллектив. Я считаю, что такие мероприятия, они нужны для того, чтобы объединять коллективы, для того, чтобы люди друг с другом знакомились. Ну и, естественно, это вот праздник самый настоящий. Победителей оказалось двое. Это команда судей из Челнов и Тукаевского района. Второе место – Вахитовский суд Казани и Тюличинского района. Третье – Верховный суд республики. Зарина Ахметова, Аделя Бурганова, Игорь Майоров, ТНВ, Заинский район.